Петропавловске выдача направлений в детские сады начнется 6 июня. Как говорят в городском управлении образования, путевки получат почти 1500 малышей. В ведомстве отмечают, что это основное количество детей, которые уже распределены по садам. Остальных, кто еще не обращался за направлением, будут оформлять уже дополнительно, частным порядком, сказали в управлении. Там напомнили, что путевки в сад выдаются лично родителям при предъявлении паспорта и свидетельства о рождении ребенка. Льготникам, помимо прочего, нужно предоставить подтверждающий льготы документ. Выдавать направление в службе одного окна городской администрации будут с 6 по 28 июня с 9:30 утра до часу дня. Подробный график выдачи читайте на сайте city41.ru.